Все никак не откроешь двери? Тихо. Закрой рот. А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли.
Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Ты хоть стараешься? Ну давай уже, что ли?
со щитом? Да, медленно! И это все! Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Grrrr.